После того, как супруг певицы Аллы Пугачевой выступил против начала спецоперации на Украине, от него отвернулись многие поклонники. Вскоре стало известно об отмене сольного концерта Максима Галкина. А затем телеведущий покинул страну в компании жены и детей. И пока Галкин с Пугачевой находятся на территории другой страны, гражданской позицией популярного артиста заинтересовались в Госдуме. Депутат Екатерина Стенякина выступила с предложением лишить госнаград и почетных званий артистов, которые не поддержали проведение спецоперации на Украине. Поведение ряда российских звезд в условиях информационной войны с Западом Стенякина сравнила с недопустимым раскачиванием лодки. Отдельного упоминания депутата удостоились два именитых артиста – Максим Галкин и Борис Гребенщиков. При этом на фоне слухов о желании Галкина остаться за границей телеведущий впервые за много дней наконец-то вышел на связь с подписчиками. «К работе готов», – отрапортовал шоумен, не забыв дополнить публикацию ссылкой на свой телеграм-канал. По всей видимости, известный комик все же вернулся в Россию.